Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере на ролеплей. Мы не здесь Кирилл Путбулови. И сегодня у нас новенькая серичка, пацаны. И сегодня мы купим новый прикид, и нужно откапиталить i8, потому что я вон ехал, и видите, что написало мне в чате, то, что моей машине довольно-таки плохо. Так, давайте заходим в магазин. Потому что скин как-то этот мне надоел уже, хочется что-то новенького. Я думаю, вам надоел, потому что я уже с ним бегаю, ну, очень долгое время, хотя с полненьким таким толстучком бегал. Сейчас даже вам покажу, с каким я скином бегал. С этим, пацаны, бегал скином. Где-то я 2 месяца с ним бегал, если я не ошибаюсь. И давайте сейчас я хочу самые дорогие посмотреть, а потом... Вот этот скин самый дорогой, походу, 95 тысяч. 95 тысяч... 14 тысяч, ну такое. А вот еще где-то такой 95 тысяч. Я не знаю даже, какой скин себе купить. Серьезно, потому что 57 тысяч. 19, 33, 9,5. Так. Ну, тоже сильно дорогой не хотелось бы, конечно, покупать, но нужно что-нибудь выбрать. 142 тысячи скин вот такой стоит. Такого нигра. 190 тысяч. Ну, кстати, это такой не... Прикольный конигер, блин. Посмотреть бы его повнимательнее как-то, блин. Я бы его купил бы. Хотя, у меня что, блин, понимаете, на базинке афроамериканец. Не буду я там нацию там, типа, оскорблять, типа, негры. Афроамериканцы, правильно говорится? Что у меня на базинке афроамериканец, что здесь будет? Ну ладно, давайте выберем тогда этот за 142 тысячи. В принципе. Вы просто высидите в нем. Окей. И по идее у меня мой другой скин ушел в шкаф, я так понимаю. Вот такой у нас чувачок в капюшоне, короче, в джинсиках. Ладно, будем в таком, короче, скине теперь бегать. А тут у меня по идее скин в шкаф ушел, мы в любой момент сможем его взять. Если он вам не понравится, вот мой этот новый скин, если вам не понравится, то мы обязательно его поменяем на предыдущий. Поэтому, если что, не переживайте. Ну, вроде бы он должен был... Типа туда уйти, в хоус. Тут же нельзя на расстоянии типа писать. Ну потом, не знаю, может дом съездим, я проверю, он там остался или нет. Ну теперь сейчас будем мы капиталить Беху, потому что у нее там малая целостность, типа. Надо ее откапиталить, потому что она будет постоянно ломаться. И сейчас мне это где-то войдет в 100 тысяч, я так думаю. Так, состояние автомобиля, все верно. Все верно, дружище, мне нужно именно состояние автомобиля. Давайте я тачку заглушу, и пусть они мне ее чинят. Так, еще давай. Надо такой скриншотик сделать. Давай, давай, работай, дружище, работай. Я думаю, такой скриншотик тоже сойдет. Состояние автомобиля, да. Это бомжики бегают. У меня тачка вроде закрыта, если я не ошибаюсь. Сколько у меня уже бабок ушло? Так, состояние у нас тачки почти уже сотка. Буквально еще соточка и все, заебись. 95. Успешно согласились на услугу механика. Все. Спасибо. На услугу механика. Так, а что написал Кирилл? Кирилл, подкинь, а куда? Давайте, куда его подкинуть, я его обязательно подкину. Так, надеюсь, у меня сейчас тачки не выкинет. Он сейчас может за руль сесть, просто меня с тачки выкинуть, и я умру. Куда? Я тебя готов подкинуть, дружище, мне не трудно, только ты скажи, куда? Я ж не буду в угадайку играть с тобой. В полицейский участок. Блять, а где он у нас? Ну, я вроде догадываюсь. А, я понял. Окей. Сейчас его подвезем, давайте. Так, вот чувак, давайте я ему дам, наверное, хотя бы 5000. Я думаю, ему будет приятно. Так, давайте напишем ему удачу.
Все, поехали. Ну, видите, мы, короче, скинец поменяли. Починили, наконец-то, Audi. Она уже, кстати, не первую неделю такая поломанная ездила у меня. Ну, не я на ней ездил, а Денис ездил, и Саша ездил там. Я на ней ездил, и у нее состояние что-то ухудшилось, и вот я решил ее починить. Ну и, в принципе, это в чате написалось, так. Дружище, дайте обгонюсь, ты тут стоишь, думаешь, ехать не ехать, а я поеду лучше дальше. Ну что ж, я думаю, это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I said, man, I'm all